Цветы, подарки и слова благодарности. Сегодня на площадке штаба общественной поддержки Карачаева-Черкесии прошло праздничное мероприятие. Поздравили с 8 марта сенаторы Российской Федерации Ахмат Салпагаров и Крым Казануков. Поздравил собравшихся их секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента республики Александр Иванов. Они встретились с мамами волонтеров и военнослужащих. Альбина Ламкова продолжит тему. Поддержка очень хорошая, даже вот когда мы вот здесь вот собираемся все, ну, какое-то отвлечение идет. Что я могу пожелать? Мамочки, главное не плакать. Вот только не плакать, помогать им сердцем, душой, потому что они же это чувствуют и тоже переживают за нас, как и мы за них переживаем. Конечно же, главная цель таких встреч – внимание. Торжественное мероприятие подготовлено организацией «Молодая гвардия». Волонтеры записали душевное видеообращение к своим мамам. В нем звучали слова благодарности. Затем сенатор Российской Федерации Крым Казанков и Ахмат Салпагаров поздравили с праздником присутствующих женщин, отметив их значимость в различных сферах жизни, включая достойное воспитание детей. Выразили огромную благодарность за их заботу, чуткость и неравнодушие. Спасибо за ваших детей. Они занимаются очень серьезным делом. Добрые, отзывчивые, бескорыстно помогают в больших и малых делах повседневно и в трудную минуту. И не только это, они своим примером учат и других детей тоже. Волонтеры в нашей стране выполняют большую роль. Особую благодарность выразили тем, кто сейчас отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Да, время непростое, но молодежь смелая и храбрая. Будущее нашей страны в сильных руках, отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Мы сегодня собрались по случаю поздравления с 8 марта, ну, несмотря на то, что оно прошло, но тем не менее мы не можем оставить без внимания тех женщин, тех мам, чьи дети сегодня активно участвуют в жизни республики. Сделать торжество ярким и запоминающимся помогли выступления детей. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.